В турецкой столице манифестанты собираются в районе правительственного квартала. Как считают наблюдатели, протестующие намерены прорваться к зданию правительства. Им противостоят десятки полицейских, которые вновь применяют водометы и слезоточивый газ. Утро в Анкаре выдалось сравнительно спокойным, но уже днем, с окончанием рабочих и учебных часов, протесты возобновились с новой силой. Ту же картину можно наблюдать и в других городах Турции. Так, в Измире полиция докладывает об аресте 360 участников беспорядков, которые громили банки, магазины и кафе и жгли машины. По всей стране сообщается о десятках пострадавших с обеих сторон и, по крайней мере, об одном погибшем. В социальных сетях звучат призывы продолжать протесты, несмотря ни на что. Профсоюз госслужащих сообщил о намерении провести 4 и 5 июня всеобщую предупредительную забастовку.